Друзья, рада приветствовать вас на своем канале «Как вязать». Чтобы смотреть все мои новые видео, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и не забывайте ставить лайки, друзья. Сегодня с вами будем вязать вот такой красивенный край изделия. Вот так красиво вы можете оформить, например, низ кофточки, кардигана, рукав можно так оформить, низ платья, детского, взрослого, все равно будет очень замечательно и красиво. И кроме того, что мы получаем такой красивый оформленный край, еще есть и практическая сторона, то, что лицевая гладь у нас не будет закручиваться. Итак, вяжется очень просто, быстро. Нужно набрать число петель кратное 8 и плюс 1 петля для симметрии. Я наберу для 4 рапортов 4 умножить на 8 – 32 и плюс 1 для симметрии – 33 петли. Набрала обычным способом. И сейчас первый ряд с вами вяжем. Первую петлю я снимаю вот так. И дальше у нас 7 лицевых петель. Следующую петлю мы просто переснимем, оставим нить при этом рабочую за работой, вот так. Дальше снова повторяем 7 лицевых петель и петлю переснимаем. Семь лицевых петель я провяжу. И следующую петлю переснимем нить за работой. И снова еще раз. 7 лицевых петель и петлю переснимем. И еще раз 7 лицевых петель и последнюю петлю мы переснимаем нить за работой. Разворачиваем вязание и второй ряд начинаем вязать. Первую петлю мы переснимаем. Просто нужно снять первую петлю вот так. И теперь вот эти 7 петель лицевые мы продолжаем. И во втором ряду мы их вяжем лицевыми. То есть 7 лицевых петель. А петлю, которую мы переснимали в первом ряду, здесь мы тоже ее будем переснимать, но нить у нас уже перед работой, вот так. И дальше повторяем. Снова 7 лицевых петель. И нить. Петлю переснимаем, нить перед работой. Так, повторяем нужное число раз, сколько нам нужно для нашего вязаного изделия. В моем случае у меня 4 рапорта в этом образце. Пересняли. И снова 7 лицевых петель. Доходим до конца уже ряда. И последнюю петлю тоже мы переснимаем, просто переснимаем нить перед работой. Третий ряд. Разворачиваем. Третий ряд. Первую петлю мы просто снимаем. И теперь, смотрите, нам нужно провязать петлю с двумя обвитиями. Вот так. Лицевая петля с двумя обвитиями. Итак, мы 7 петель провязываем. Лицевая петля с двумя обвитиями. Раз и два. И продолжаем так вязать. 7 петель с двойным обвитием.
Очень легко делать такие петли, провязывать. И вот эту следующую петлю я просто переснимаю, нить оставляя рабочую за работой. И далее повторяем нужное число раз. 7 петель с двойным обвитием. Петлю переснимаем, нить рабочая за работой. Снова 7 петель с двойным обвитием, 7 лицевых петель. Стоит один раз попробовать, вам очень понравится такой край изделия. Обязательно найдется проект весенний, летний, который вы захотите украсить таким оформлением красивым. И в конце петлю мы снимаем. Нить за работой. Так, и смотрите, мы разворачиваем вязание, и в четвертом ряду мы будем формировать уже нашу красоту. Итак, первую петлю я провязываю лицевой вот так. И дальше мне нужно развернуть вязание. Мы сейчас с вами развернем вязание. И из этой петли я вывяжу еще 3 петли. Посмотрите, как мы это делаем. Вот так из петли обычную лицевую я провязываю, подхватываю и провязываю. Но не снимаю, а вот так нанизываю на левую спицу. Снова вторую петлю мы также провязали и вот так одели. И еще одну третью. То есть всего у нас получится с первой петлей 4 петли. Разворачиваем снова. И теперь вот эти петли с двойным обвитием мы просто снимаем, переснимаем на правую спицу, при этом распуская вот эти накиды получившиеся. Так 7 петель мы снимаем на правую спицу. После того, как я сниму все 7 петель на правую спицу, я верну все 7 петель снова на левую спицу. Возвращаем все 7 петель. И все эти 7 петель я провяжу одной изнаночной петлей. Будьте внимательны, именно 7 петель нам нужно подхватить и одной изнаночной вот так провязать. После этого мы снова разворачиваем с вами вязание. И из этой петли мы вывяжем еще 3 лицевые петли, так же, как мы уже делали с вами. Вот так подхватываю петельку, лицевой провязываю и, не снимая, вот так одеваем на левую спицу. Итак, 3 петли нам дополнительные надо вывязать. Первая, вторая и третья. То есть, смотрите, у нас было изначально в рапорте 8 петель, и сейчас у нас также 8 петель. Мы вернулись к прежнему числу петель. Все верно. Дальше вот эту петельку я провяжу изнаночной. И снова мы развернем вязание, и из этой петли мы вывяжем еще 3 петли. То есть мы с вами сейчас компенсируем недостающие петли, чтобы продолжить красивое вязание лицевой гладью.
Первая, вторая лицевая и третья. И снова разворачиваем. То есть вывязали и развернули вязание. Очень все просто. Дальше у нас идут снова вот эти петли с двойным обвитием. Я снова их переснимаю. То есть процесс одинаковый, да? Вы повторяете просто до конца ряда эти манипуляции. Пересняли, вернули на левую спицу все 7. Провязали одной изнаночной петлей. Все 7 петель одной изнаночной провяжем. Провязали и разворачиваем для того, чтобы из этой петли нам вывязать еще 3 лицевые. Первую, вторую и третью. Итак, до конца ряда продолжаем. И в конце ряда я вам покажу, как мы закончим вязание. Снова развернули. Изнаночная и так далее. Вот я уже в конце ряда переснимаю последние вот 7 петель у меня в рапорте с двойным обвитием, провязываю их одной изнаночной, возвращаю снова на левую спицу и провяжу их все одной изнаночной. Вот так. Далее разворачиваю. Из этой петли я вывязываю 4 лицевые. Вернее, всего должно быть 4, то есть нам нужно вывязать еще 3. Раз, два и третья петля. И последняя петля. Разворачиваем, провязываем последнюю изнаночной. Все, друзья, готово. Вот такая красота у нас получилась. Дальше мы просто вяжем лицевым, все петли лицевыми. Кромочную сняла и все петли лицевыми. Я пересчитала все точно. У меня было 33 петли и сейчас у меня 33 петли. То есть мы вышли на наши число петель, которое нам нужно. До конца ряда все петли лицевыми. Кромочную, изнаночной. И следующий ряд я провяжу все петли изнаночными. Кромочную я сняла и до конца ряда изнаночными. То есть дальше вы просто переходите на лицевую гладь, например, да. Возможно, вы еще скомбинируете с каким-то ажурным узором. Возможно, будут какие-то красивые узоры скомбинированы несколько. Возможно, много вариантов. Вот так все просто. 4 ряда и вот такая красота, друзья. Друзья, ставьте лайк этому видео, этому узору красивому. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Вот такая красивая, нежная. Такой красивый, нежный узор. Ну а на сегодня все, друзья. До новых встреч. Пока!